Дорогие друзья, вы на канале Лиана Про, и сегодня мы будем рисовать очень красивую розу. Давайте же начнем. Давайте начнем. Я вот начинаю рисовать вот так вот. Я сегодня нарисую раскрытую, да, розу, а вот в следующем ролике, наверное, закрытую, если под этим роликом 15 лайков наберется. Вот так вот. Ну, блин, а мне вечно с этой проблемой, короче. Вот так вот у вас должно получиться. Вот на вот эту полоску внимания не обращайте. Я это так вот случайно. Следующий этап. Мы с середины розы начинаем рисовать первый лепесток. Вот так вот он выглядит. Вот таким вот образом. И вот так же вот вторую, но вы можете сделать несимметрично, потому что у розы лепестки несимметричные. Потом вот тут вот подрисовываете небольшой лепесток, а потом вот, в принципе, вот здесь и вот тут. Так вот как-то. Потом, погодите, мои дорогие друзья, потом мы берем и рисуем вот тут вот еще лепесток. Вот такой вот лепесток. И вот с этой стороны тоже. Примерно такой же. Постарайтесь делать максимально симметричной формы, но... Короче, постарайтесь сделать симметрично. Вот у меня не очень получилось. Сейчас я за ластиком загоняю, сотру и переключусь. Так, ребята, у меня вот так вот получилось. Надеюсь, у вас получится получше. И теперь вот отсюда вот примерно начинаем рисовать еще один лепесток, видим циферки 3. И вот эту самую цифру 3 ведем вот сюда. Получится вот такой вот красивый, милый лепесток. Вот так у вас должно получиться и с этой стороны, и вот с этой. Давайте я сейчас рисую с этой тоже. Ну, вот так вот как-то. Вот так вот у меня как-то получилось, ребят. Потом вот здесь вот рисуем горлышко нашей розы. Вот такое вот небольшое. Вот смотрите, как у вас должно получиться в итоге. Тут рисуем уже стебель нашей розы. Он не должен быть прям прямой-прямой. У цветков не прямые стебли. Поэтому мы нарисовали как-то так. Листья рисуем не вот так вот, а вот сейчас вам покажу как. Прорисовываем вот такую вот линию и делаем лепесток. Вот так. Вот так. Блин, тут уже не поместится лепесток. Вот так вот давайте так вот сделаем. Вот, кто хочет, может добавить шипы как декор небольшой для нашей розы. Вот так вот у меня получилось. И дальше раскрашивайте чем хотите. Вот такая милая роза у нас в итоге получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Держи ровно, мелочь. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а с вами была я, Лиана Про. Всем удачи и всем пока-пока.